Добрый вечер, друзья. Спасибо, что вы дождались. Спасибо, что вы пришли в непростые погодные условия. Все туманно, как-то Москва опять приходит в свою традиционную осень, зиму. Сегодня, как обычно, я это повторюсь, меня всегда радует, когда я повторяюсь, я говорю, сегодня у нас необычный вечер. У нас сегодня, как всегда, новые голоса. Замечательные голоса. И будет Саша Бартлянский. Сегодня Саша будет без своей замечательной Нади Котновой. Попробую я заменить ее, если удастся. То есть будет чистый джем. Сегодня замечательные певцы, которые присутствуют в зале. У них тоже, собственно, будет несколько номеров, как опера джем. И первый номер я, так иногда складывается, предлагаю немножко помедитировать, если вы не против. И на всякий случай напомню, убедительная просьба, поскольку Opera Night – единственный своего рода проект в России, где в ночном клубе слушают хорошую классическую музыку. Убедительная просьба – во время исполнения не курить. Очень прошу вас. Кофемашина отключается, спасибо большое. Все отключается, Opera Night начинается. Thank you.
пригласить первый номер наших замечательных участников. И будет третья песня «Леля» из оперы «Снегурочка» Римский-Корсаков. Исполняет... Идем уже? Ираида Чернова и... Ой, вот здесь я взял не тот листок. Маша, какая у тебя фамилия? Как? Железняк, Мария Железняк и Ираида Чернова. Ираида Чернова и Мария Железняк. Ираида, скажите, пожалуйста, просто сейчас уже сразу подошли, спросили, обычно у нас идет традиция, я всегда представляю, вы где-нибудь поете, работаете? Вау, хор Большого театра! Класс! Так, замечательная Мария у нас за роялем, прекрасная. Так, я представляю второй номер. Ой, как красиво. «Сирень» Рахманинов, Светлана Найденова.
актриса школы драматического искусства, да? Правильно? Светлана Найденова и Мария Железняк, Сири Рахманинов. Светлана Найденова и Мария Железняк. И я хочу пригласить... Да, кстати, у нас сегодня... Так, где у нас Виктория Зяблицкая? Есть? Есть. Вика, да, ваша очередь. Виктория Зяблицкая, лауреат международных конкурсов. И мы исполним «Лео де Лип» испанская песня. Ух, какие страсти сейчас будут. Виктория Зяблицкая. Oh, 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 oh
Зяблицкая. Вы сейчас не подъем, не? Да, удобно было? Удобно было? Да. Потому что перед тем, я вообще не представляю, как Петя каждый раз вот это делает. Это такой стресс. Он, конечно, днями. Александр Барбянский. Начинаем третий сет. Я прошу прощения, я вам на секунду. Я без своей шпаргалки, мне становится плохо. Потому что я опять чего-то забуду, не объявлю. Пока ходит, да. Я скажу, что мы сейчас сыграем пару пьес композиторов, которые не только не профессионал, но и профессионалам ни о чем их имена не говорят. Тем не менее, пьесы замечательные. Первая из тех пьес, которые мы сыграем, называется «Prayer» – «Молитва». Ну, в общем, время как раз соответствующее. Только не засейте, пожалуйста. Я хотел поблагодарить за вашу поддержку. Вопрос касательно курения. Это очень ценно, очень трогательно, что вы жертвуете таким. Радио. Сейчас, чтобы немножко всех разбудить, тех, кто заснул, мы сыграем марш. Того же малоизвестного композитора, которого зовут Бернард де Саф. Музыка.
Александр Вартьянский. Друзья, это был полный джем. Я никогда эту вещь не играл. И тем более Саша не играл. Саша, я надеюсь... Да. Как я однажды выразился, мы здесь балуемся, а у вас есть возможность посмотреть, как это выглядит. На самом деле, мы когда находимся дома, мы любим это делать. И одна из моих задумок была сделать такую площадку в Москве. Надеюсь, она нравится. Саш, Надя не будет. Приходите к нам домой. Это твои ноты. Это все твои, да? Да? Это все твои. Так. Ну, идем. У нас еще есть, кстати. Идем на финал. Друзья, я хотел сказать одну вещь, что на Фейсбуке мы с Арайком Акопяном, арт-директором клуба Алексея Козлова, открыли страничку Opera Night. И буквально за 2-3 дня собрали больше 200 человек уже. Туда мы хотим размещать, вот у нас есть фотограф, который фотографирует. И на страничке Opera Night будет потом выкладываться после каждого Opera Night фотографии. И, собственно, если вас интересует, что происходит на Opera Night, вы можете на этой страничке всегда узнавать новости, возможно, какие особые гости бывают, потому что мы изначально договорились с Дмитрием Филатовым, что мы не будем никогда говорить состав участников. Будет такая маленькая Марсена. Ириада Чернова. Азучена Трубадур Верди. Ираида. А я как скажу? Ираида, простите. Oh!
А зачем на трубадур Верди? Можно, можно еще раз оплакнуть. Когда хлопает, можно оплакнуть. Героиды, героиды. Еще раз. Героида Чернова. Я вновь приглашаю на сцену Владимир Меркулов. Грязной. Грязнов. Царская невеста. Римский Корсаков. И Мария Железная. Свою не узнаю.
Владимир Меркулов, Кубарей Железняк, Аня Грязнова, Царский Милост, Миша Корсика. Thank you.
Огромный поклон. Ираида Чернова. Ираида Чернова. Алена Фунтикова. Светлана Найденова. Мария Железняк. Владимир Меркулов. Александр Бартлянский. Виктория Зяблицкая. Александр Бартлянский. Где вы, маэстро? Маэстро, иди. Иди, маэстро. Александр Бартлянский. Виктория Зяблицкая. Светлана Найденова. Алена Фунтикова. Ираида Чернова. Мария Железняк и Владимир Меркулов. Opera Night No. 12 сегодня для вас.